ну подожди, я думаю, какой вопрос задать. Так. О, я знаю, какой вопрос тебе можешь задать. Давай. Люблю вас, чатику. Не перебивайте, пожалуйста. Итак, первый вопрос Гвину. Ты уважаешь Путина? Да. Я уже хотел, блядь, стрим выключать. Так. Оу, щит! Это было очень... Это было очень близко. Теперь твоя очередь. Вот так, не забывай показывать. Ой, блядь. Только давай так, чтобы... Ну, задавай так вопрос, чтобы я мог ответить да или нет. Конечно, понимаю, хорошо. Путин. Красавчик? Да! Да. Вопросы вообще. Хоть у кого-то вопросы вообще есть здесь? Да, все отлично. Вообще, еще хорошо. Вопрос. Аж сердце, знаешь. Вопрос, еще один вопрос. А, еще. Да, готов? Да. Потратил ли ты 15 рублей, которые тебе заслали? Нет еще. Ну она, блин, я чё, я экономлю. Проще, чем у братишкина было отвечать. Она много. Ну, хотя бы провода вот эти вот не подключены. Ну, может, чисто по интонации голоса она определяет, гениально правду вообще, мы говорим или нет. Гениальный аппарат, я считаю. Ну, и никакой Серега или кто там был не нужен. Сергей вроде. Просто нажимаешь кнопку и все. Так. Сейчас что-то такое надо с подковыркой тогда. Ну, сука. Слушай, вот мне очень интересно. А мне нужно... Сначала вопрос дал, потом класснул, да? Чтобы чисто на твой ответ запечатлело. А мне кажется, без разницы. Ну, ну да. Ну, короче, так будет проще, я думаю. Ну, окей. Ну, смотри, у тебя вот кола стоит, ты ее специально выветриваешь, а потом пьешь? Нет. Да, блядь, что за... Я... Мне просто лень ее выкидывать. Ну, типа, мне ее однажды принесли, как в подарок от Яндекс.Еды. Это не реклама. Вот. А я ее не пью. Хорошо. Ну, она стоит и стоит уже полгода, блин. Еще вопрос. Сейчас пойду просто по самым актуальным вопросам. Ты тараканов соседей подкармливаешь? Я. Да. Блять. Ладно, ну не я и чё. Они сами ко мне приходят. Решил на себя, значит, чужие какие-то, блядь, эти взять. Они сами, нет, они сами ко мне приходят, иногда бывает на кухне. А мне просто лень убираться там, ну ты видел, там немного грязюка такая присутствует. Ну это после клининга еще так все чисто. Да нет, там это не вот, нет. И я иногда, это... после стрима иногда захожу на кухню, там вот получается угол кухни, где раковина. И я знаю, что там иногда бывают эти черти ебаные, блядь. Я захожу так потихонечку, так знаете, так потихоньку, так попа, блядь, туда гляжу. А там эта тварь бегает, бегает, блядь. В следующий раз знаешь, что делаем? Врубай Татарстан Супергуд и резко свет врубай. А, и они чтобы как в чате, да? Ты оба. Супергуд. И они просто начинают флексить. Блять, у меня одна такая история с тараканами. Там один. Я его бам нахуй и все. Они такие живучие, это пиздец. Не знаю, у меня получается хуя. Чувак. Пам и все. У меня тапок есть гигантский нахуй. И я помню, блять, вот бежит таракан, я вот такой... Подожди, тебе сколько лет? 23. 23. И у тебя есть тапок? Да. А он... Потертый такой. Блять, да в смысле? Ебать, это ну шлепанец. Ты я понял, да? А ты что, без тапка ходишь? Пока да. Ну просто я на прошлом стриме такую теорию выдвинул, что вот у каждого, скажем так, мужика, которому уже там 30-35, у него автоматически респавнится дома тапки, блядь. Потому что каждый батя, нахуй, всегда ходит в тапках. Просто есть причина, нет причины. Хорошо, да, вопрос. Все, блядь, в тапках да, постоянно. Вопрос. Но. Ты просто завидуешь мне, что у меня есть тапки, а у тебя нет? Ну да. Сука, не завидуешь. Ну ладно. Ясно. Блядь, не наебешь этот аппарат. Да вообще пиздец, хуй. Хотел наебать. Охуеть, вот это да. Ну и вот. Тараканы, короче, заебали, сука. Вот как? Я еще купил этот гель специальный, который там, ну, который травит их. Выдавил его там, где раковина, короче, под раковину выдавил.
Все равно падлы, блядь, лезут. Тараканы наебенились этого геля, просто бегают, кайфуют, блядь. Нет, нормально, спасибо, блядь. У соседей там и там вообще пиздец. Там это пиздец. Тараканов. Там на двери написано, типа, блядь, я смерть тараканам. Я поднимаюсь к нему на этаж, а слева пентаграмма, короче, вы понимали, смерть тараканам написано. Ну, я фотку скидывал уже. Подожди. Вот эту хуйню ты написал? Да. Ну, они заебали, потому что. Ну, они реально заебали, блядь. Ебать! Ну бля, они заебали. Это что они этих тараканов кормят? Реально. Да я, блядь. Порча чужого имущества. Да, блядь, все посадят меня в тюрьму. Благодаря вот ему, блядь, спасибо. Не мне, а вот ему. Ну ты же вопрос задал. А ну, мог это... Реально, блядь. Враг, вранье... Детекторы гамми. Вранье обнаружение игра. Вот так вот. Да я нахуй тебя спрошу. Сейчас, блядь, такое спрошу. Давай. О! Итак. Ты гей? Да. Мада? Ты не знал, что ли? О. О. Ты не знал? Спасибо, давайте. До свидания. А у тебя там что вылазило? Хуй. Нет, в игре. А! Кто ты это? Про это? Ой. Блядь! Сейчас, подожди. Всё. А, я думал, тоже все сломал. В смысле, ты мне не задал вопрос по поводу. Давай. Ой, бля. А ты гей? Нет! Нет! А нет! Да блядь! Нашла коса на камень! А вот и ты за выгородой! Сука, ну ладно. Ну да. Не обманешь. А вы думаете, почему меня не банят уже больше года? Меня уже 7 лет не банили. Ну, вот-вот. Вот так получается. А нас сейчас двое тут сидит, два гея. Ты вообще никогда больше не забанят. Давай. Голландский штурвал нравится? Ну да. Сделал. Зачем правильно вообще руки там держать надо? Ну, как бы ты тут, а я тут, и вот так вот как бы, оп. Нет, там вообще-то нужно за руки браться еще. А, ну, типа там хват вот такой вот идет. Ты меня хватаешь за эту руку? Ага. Я тебя? И дальше идет хват. То есть ты понял, получается у нас здесь вот такая штука идет. Угу. Мне Вася показывал. А он тоже что ли? Ну, он меня этому научил. Блин, Вася. Ну, Вася уже опытный такой, взрослый мужчина. Поэтому чего бы нет. У меня точно тапки зареспавнились. А, так вот откуда тапки-то у тебя в итоге. Он тебя заразил этим. Блять, я хочу такую же башню, как у тебя, чтобы она у меня была гладкая. Ну, у тебя не получится. У тебя короткие волосы. Тебе надо сантиметров 10, и тогда можно будет. У меня 10 сантиметров есть. Ну, это, видишь, не на голове же. Да. Поэтому это башню Гвину. А не получится, я же говорю. Плюс ему надо помыть голову, потом феном вот так вот. Ну, все равно не получится, потому что волосы короткие. Вот, поэтому да. Я приду к ним голову помыл. Да, но ты же их не уложил так, как надо. Их надо мокрыми сразу укладывать. Ты нагибаешься раком. Ну, это, в принципе, нормально для нас. Вот. И феном дуешь вот так сюда, и вот так вот. И все. Я просто так стоял феном, делал так. Просто. То есть просто стоял ровно и... Да? А, ну вот, лезет. Башни получится. Кто? Гвин, задай ему вопрос на детекторе. Ты встречаешься с гаечкой. Провокационные это... вопросы. Провокационные вопросы шиперов. Это все такое. Вот нет. Это шиперство, оно давай так, так. Оно так, оно... За 5000 я отвечу. За 5000? Я за 4000 готов ответить. Не-не-не, хуйня. Давай за 10. Десяточка, да, поделим напополам. А, вообще базар взял туда. Все. За десятку вообще. За 10 тысяч, ебать, а то что-то охуели. Да. Совсем. За 120 рублей кидает, говорит, блин, давай. Это шипер стоит, а такая же хуйня на самом деле ебаная. Да вообще пиздец, я вообще. Хотя, знаешь, это я сейчас... Недолюбливаю шиперов вообще конкретно. Я тоже... Причем любых, то есть неважно, Хистишкин там и прочее. Я тоже недолюбливаю, а сам какие-то потом... люди вообще странные. А сам yeah. Сижу и в чате пишу. А-а-а-а! Ну, я такой, куки? Я пиздобол. Подожди, чё, куки? Ой, не-не-не-не, подожди, стоп. Не, его, а куки нет. Куки нет, фу, бля. Что за куки?
Куки — это человек, который тебе не только 10к закинет, а все 100, если захочет. Не, его сегодня нет на стриме. Так, и ладно. Че? Ну да. Еще подождем, придет. Ценник просто повысим. Да, это так и работает. Так вот, мне нравится, знаешь, я тоже всем говорю, что вот, шиперство — это вообще, это элемент, знаешь, такого там социального давления неприятно. Сам потом сижу на стримах, и выбью. Ты сейчас на моем стриме это делал? Не, ну ты в стриме это не делал. То есть смотри, блядь. Ну ладно, тогда. Нет, я не писал выбью, но я типа писал, ну вот там, как вы мило смотритесь, такой, такой типа вот. Как вы там, вау или уф. Вау, воу, ну, типа, уф, знаешь, пишешь. То есть там уф. Момент подхода. Так не, ну это что, это обычная тема, а то вот такая вот, это вообще. Не, ну типа. Вопрос, подожди. Давай. Сейчас, блядь. Ты когда-нибудь воровал деньги? Да. Да, да. Да? Да. Деньги прям, пиздец. Да, да, да. Хуя себе, ты охуевший, блядь. Не, ну в плане, блядь, ну, типа, это было, короче, давным-давно, я с какого-то ящика, типа, 2 гривны забрал. Это было 2000... 2 гривны? Да, ну, блядь, тогда 2 гривны это было почти полдоллара, блядь, прости меня, пожалуйста. Тогда 2 гривны это было полдоллара. Если бы я продолжил, думаю, у меня уже не двига была нормально, блядь. А так, ну, было, типа... Я иду, вижу, какая-то стоит какая-то коробка. А я читать по-украински-то не умел. Я пиздюком. Коробка для пожертвований? А я ебу, что это за коробка была там. Где деньги спиздил у какого-то, видимо, детского дома, ясно. Да я не знаю, это у базара было, просто коробка лежит. Может, просто кто-то случайно выкинул, потому что там фантики были, две гривны лежит. Я такой, ну забрал. Вот все. А так типа нет. Не, я тоже пиздил деньги. Я шоколадки пиздил. Знаешь, у кого я пиздил деньги? У мамы, блядь. Прикинь, да, нахуй? Ну, я совсем пиздюком был, у меня тогда было Дэнди. Вот. И я сломал джойстик от Дэнди. А он стоил 50 рублей новый. Ну, я, блядь, полтинник спер. Пошел новый купил. Долбоёб! Че, долбоёб? Не, я деньги семьи никогда не брал. Потому что... Ну, это был один раз, и потом мне пиздюли дали, естественно. Как тебя по самому жесткому родители наказывали? Ой, блядь. Знаешь, у меня батя было? Хуярил, бля, вообще жестко. Нет, ну, кроме хуярить тут. Помимо хуярить, было что-то такое интересненькое. Меня в поле зимой выкинули одного. Не, меня просто пиздили и я все. Я был пиздюком. Это тоже там, вот он, там, 2000-е годы. Батя там мэрс был. Я, и... кстати, я не выжил. Ну, я выжил. Просто. Ага. И меня, короче, ты понимал, я начал что-то выебываться в детстве. И... А, подожди, у бати, короче, был в машине телефон. Ну там. И мне постоянно, я постоянно там звонил вот в эту телефон. Не. Один раз, короче, поднял трубку, что-то с кем-то поговорил, мне потом пиздячек вставили. А потом я хотел снова поговорить, начал рыдать, типа, папа, дай, типа, пообщаться по телефону. Ну, мы ехали за городом, он просто мне остановились в поле снежном, он просто меня вот так вот за шкивняк так пунк, и уехал. Ну там минут где-то 15-20 по флексил, приехал ко мне. Ну, а ты, наверное, испугался, да? Обосрался. Причем, блядь, ну, я прям обосрался пиздец, но я сразу в голове такой, типа, вот если ты потерялся, оставайся на том же месте. Я там сидел, ждал его. Ну, я, кстати, как-то раз тоже обосрался. Прозвучит, может, странно, но Таракисов помогает спрей от клещей для собак. Просто прысни в то место, для собак? Видишь чаще. А, для собак? Быдло ты ебаная, блядь. Кусаня, кухес, кучат. Девочки, Хесусы, переходите на сторону. Скип донат сразу, бля, все, сука, бух. Хлюп. Подожди, твой подписчик? Это... Люпа. Ну, там есть девочки, которые там... Мое подразделение, но я сказал сразу. Твое подразделение? Да, но нельзя. То есть это... Это, ну вот... Так, мы... Так, девочки Квина, идите к Квину, как? Да. Запомни. Джозел, спасибо. Запомню. Спасибо за 18 месяцев. Я просто думал себе собрать армию девочек, чтобы потом с тобой на пиксельбатле сразиться, то есть девочки на девочке. Но у меня как-то не особо... Если он будет, конечно. Да, пиксельбат. Но у меня как-то, понимаешь, как бы, типа, не особо получается девочек собирать. Ну, давай, не выебывайся, все у тебя получается. У тебя тоже достаточно их много сидит. А потом ты вычитаешь их никнеймы и банишь у себя. Бывает. Редко, конечно, но пару раз было. Недавно так забанил одну, кстати, да. Да она охуевшая, блядь. Это колдуна, которая?
Нет, это вообще не на наших стримах. Вот. Да, да. Знаешь, одни пацаны просто как ветер в поле. К одному, к второму. Ну, у меня, кстати, пацанов-то много стало. По аудитории, имею в виду. Раньше-то женской аудитории было там где-то на 5% больше. 55 до 45, а сейчас наоборот. В Инстаграм 11% девочек исчезли. Чё? 11? Да. Ну, у меня, кстати, раньше в Инстаграме тоже было что-то как-то... По-моему, девочек чуть больше, чем пацанов, где-то 52% девочек. А сейчас, блядь, что-то 48% девочек. Не, у меня же процент... А, 41 даже процент девочек. У меня процент в 16, наверное. Короче, девочки исчезают куда-то, блядь, реально. Пацанов больше становится, девочки куда-то пропадают. Опрос. А модераторы, можете опрос сделать? Кто тут на стриме сидит? Мужики или женщины? Сейчас я зайду в статистику, посмотрю, сейчас скажу. Вот. А, о, 16% у меня осталось. 84% мужчин. Мужчин, да. Сейчас я скажу. Но у меня все по стыки. Ну смотри, пожалуй. Блядь. У меня 41% женщины, 58% мужчин. Да. А у тебя женщина сколько лет? Какие у тебя... Взрослый, взрослый. Нажми на женщину отдельно. А, ой. А как? Взрослый, блядь. 18-24. Блядь, у меня 25-летний больше, чем у тебя, процент. Блядь, на 2%. Ну и шо, блядь. 35-летний. Зато молодые девочки... При этом совершеннолетние. Они, знаешь, они, видимо, типа вырастают, потом ко мне уходят. Ля-ля, сука, ля, что делать? А? Ай, пиздоболы, блядь. Ну да, конечно, нахуй, ага, как скажешь, 50 на 50. Сидят специально, пытаются уравнять проценты, блядь. Не, давайте честно, честно, как бы, голосуйте. Быдло ты ебаная, блядь. Гин, а ты тайно встречаешься с Иисусом. На детекторе проверьте. И если да, так то пассив и актив. Хотя, смотря, как Гвин появился, тут то хес активство. Быдло! Где? Блять, я лежал тут на полу, сука! Это такой был гениальный план. Я лежу на полу. А мне так ржать хочется, понимаешь? А я не могу, это было самое тяжелое. Я так ржать хотел, я вот так. Ну ты молодец, кстати. Отлично сыграл. Воздух, я ржать хочу, пиздец, когда ты там типа суету начал наводить. Блять, я так начал, я тут что-то сейчас взорвусь нахуй. И потом такой, типа, ну вот, привет. Пиздоболы, блядь. Короче, чё? Ты сейчас давай ещё. Сейчас вопрос задам тебе. Готов? Поебёмся? Да. С радостью. Слушай, иногда даже детектор может ошибаться. Значит, без радости, да? Иногда значит, даже детектор может... Ну, смотри. Нет, значит, грубо. Давай проверим, работает точно, смотри. Это я должен на этот вопрос сейчас сам ответить. Да, давай. Итак, чат пиздоболы. Да! Сейчас вот посмотрим. Видишь, я говорю, хуёво работает. Его надо перезагрузить, подожди. Понял. Все. Там пыль какая-то попала в микрофон. Все, я его перезагрузил, давай еще раз вопрос задай. Давай. Поебемся? С удовольствием, да. Я же говорю, я его перезагрузил, да, все. Да, реально, слушай, работает, нихуя? Да. Ну, технология. Да. Так, мне надо ответить. Быдло, ты ебаная. Я быдло, да. Хися часто так девочек банишь у других на стримах. Ну, нет. Если так вспомнить, ну вот одна была заблокирована за последний это год. Модераторша моя. А, да? Да. А что-то она интересуется. Она давно у тебя модератором стала? Ну, в этом году. В этом году. А случайно не после того, как я тебя зарейдил там или. А я не знаю, надо проверить. Да? А можешь прямо сейчас проверить, хочешь? Ты можешь посмотреть, когда она меня зафоллилась. Да потом, я никнейм-то запишу, так и запишем, Юпик, все. Вот, да не, я на самом деле не часто это делал, но реально вот было недавно вот один разок, ну это, блядь, я не знаю, это... я уже давно так не делал, вот, так. Средоточество. Шо? Нихуя себе, блядь. Ну смотри. Реально смотри. Быдло ты ебаная, блядь. Или почему, просто моргает. Просто моргает. Блядь!
Ебать, я в тайминг стукал, ты прикинь? Ты прикинь, как я в тайминг стукал? А я думал, ты надо мной прикалываешься. А ты реально в это веришь? Я думал, я в тайминг попадаю. Пиздец. А, Юрши. Шо? Передать привет Тетереховой Ирине Максимовне. Че, твоя учительница, что ли? Ирина Максимовна, ебать. Привет. Передаем привет Ирине Максимовне. Тереховой, привет. А. Нахуй ты кнопки подергивал? Я их не выдергивал. Я пизданул по клавиатуре, он не знал, блядь. Я так пизданул. И они просто вылетели сразу. Вау. Да, вот они лежат, и причем где они? Это не, другой клавиатур. Вот. Не, это другой. Это другая, вон там тоже, блядь, все повылетал. Видишь, оно просто не вставляется обратно. Угу. Ну, в принципе, не такие клавиши нужны. Охуенно, блядь. Да я верю, все. Ну вообще мне нужна вот 8, а она тоже, видишь. Угу. Ну ты запомнил, что там восьмерка, правильно? Ну да. Ну просто пальцем клацать. Только вот я и клацаю, она, блядь, отваливается иногда. Это кто там тебе пишет? Антон! Так. О-о-о. Не культурно заглядывать чужие переписки, поэтому не буду. Да все уже поздно. А ты не ревнуй. Да ладно. Да. Давайте переключимся на вот эту вот сцену. Ой, блядь, а тут... Ой, блядь! Выпить воды, ладно, без проблем. Вот это, блядь, задание жесткое. Это жесть, блядь, пиздец. Как ты на такое подписался? Так, надеюсь, это все. Ты всем самок уже подарил? Нет. А я под конец стрима всегда это делал. Ты вот эту воду пил, правильно? Да я уже почти выпил эту воду. Ты себя нормально чувствуешь? Да. Да, блядь, ты на них проверял, что ли, воду, блядь? Нет, я ее просто тоже глотнул, и меня что-то тошнить начало. У тебя как по ощущениям? Да куда ты? Да, дядь, меня, наверное, хуй чем убьешь вообще. Заеби тебя. А, ну ладно. Блин, ты реально на меня... Александр Гавинский? Ты на спрашивай. Ты на меня воду тестил? Да не тестил я, откуда знаю, что с ней. Ты тестил на мне воду? Нет! Ну, блядь, ты ж здоровый, ёбаный свет. Ты ж сам говоришь, тебя хуй чё это. Поэтому, ну... И, ну...